Я предлагаю закончить это видео прямо сейчас. Хочется что-нибудь разломать. Привет, мои золотые. Привет. Семья Бэтменов приветствует вас на нашем канале. Подожди секунду, а что это у меня тут, смотри, за мусор такой? Наверное, ты жрал перед видео, как обычно. Ну, бывает, ну, бывает. Смотри. Слышишь, что это вообще за плагиат? Напишите все в комментариях, Афинка плагиатит. Чего это я плагиатил? Потому что ты сплагиатила мою футболку. Посмотри, даже шрифт один и тот же. Смотри, даже узоры. У меня ярче, Потертости одни и те же. У меня ярче. Кстати, что это у тебя ярче, я не понял. Может, потому что у меня новое, у тебя уже старое. Старье. У меня не старое, не старье. Надо. Это моя любимая футболка, расслабься. А это теперь моя любимая футболка-пижамка. Получается, мы теперь будем совершенно одинаковыми. Чего мы будем? Это не годится. Где твой Супермен? Вот. Это правильный ответ. Ну что ж, сегодня у нас новый челлендж. Это короткое против длинного. Ничего себе. И опять у нас челлендж с наказанием. Что значит с наказанием? Я помню твое прошлое наказание. Нет, я не хочу, я не участвую в этих видео с наказанием. В общем, мы выбираем клише. У кого длинное, у кого короткое. Кто не угадывает, точнее, кто угадывает, тому зачисляется балл. Кто не угадывает, тому не зачисляется балл. Потом по сумме баллов мы определяем проигравшего. И проигравшего в конце ждет наказание. Какое наказание, вы узнаете в самом конце. И ты узнаешь тоже в самом конце. Я согласен только выигрывать. Если есть наказание, я буду только выигрывать. Ничего не знаю, ты проиграешь. Итак, ребята, начинаем раунд первый, в котором будет угадывать кто? Я! Нет, не я, а мы скидываемся. И сейчас случай определит того, кто будет угадывать первый. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ага, я так и знала, ты думала, я ножницы выкину, да? Да, ты обычно выкидываешь ножницы. Так, а что я делаю? Угадываешь клише. Поэтому ты сейчас отворачиваешься. Отвернулась? Отвернулась. Тебе надо отвернуться так, чтобы мне было комфортно замешивать клише. А это что, мешает? Ты немножечко мне мешаешь. Давай, туда иди. Все, теперь я перемешиваю клаше. И, пожалуйста, закрой глаза. А то у нас там стекло, и там все отражается, и там все видит, Афинка. Ты закрыла глаза? Да. Все, хорошо. Я перемешиваю. Я замешал клаше, выбирай. Так, ни тебе, ни тебе. Ну, не знаю. Может быть, вот это. Ну, хорошо, все. Так. Что и... под ним? Короткая. Так, у меня, значит, длинная, да? Хорошо, вскрываемся. Раз, два, три. Мало того, что я выиграл один балл, так я еще ем вкусненькую сладкую морковку. А ты морквину ешь огромнейшую. Вкусно? Ребята, с самого начала у меня тут поражение. Получается сейчас 1-0 в твою пользу. И еще вкусненькая морковка мне. Вкусно? Она совершенно не сладкая. А у меня очень сладенькая. Куда? Это морковка прям сахарная. А ты что думал? Грызи свою. Я вечность буду есть эту морковку. Оставь ее на ночь. Капец. Балл не заработал. Получил большую морковку. Теперь ее надо съесть. Ну, съешь ее перед телеком. Знаешь, вместо чипсов морковку совершенно на ночь. Совершенно не нравится, как пошло видео. Видео не задалось с самого начала. Ой, задалось. Меня. Ой, задалось. Ням-ням. Напишите в комментариях, любите ли вы такую маленькую морковочку. Очень вкусно. Маленькую все любят, она вкусненькая, сахарная. Угу. Я бы сказала, что лучше, чем чипсы, но нет, чипсы лучше. Так, ребята, Афинка дает руки мне в ладонь. Давай руки в ладонь. Вот так вот прячем руки. Начинаем раунд номер два, в котором угадываю я. Поэтому ты сейчас перемешиваешь клаше. Хорошо. Я отворачиваюсь. Так, мешаю. Запутать хочу. Вот. Давай. Все, можно угадывать? Да. Допустим, я беру... Нет, я возьму вот это. Окей. Что мы угадываем? Длинное или короткое? Да, но какой продукт, я могу знать? Можешь. Что мы сейчас угадываем? Длинную или короткую вафельку. 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 Я бы был не против съесть длинную вафельку, побольше. Поэтому я говорю, здесь длинная. Хорошо, это принято. Раз, два, три. Ха-ха, у меня длинненькая. Бал ты не получаешь. И получаешь вот эту пиндюрошную вафельку. Слушай, мне кажется, это видео большое маленькое, а не длинное и короткое, да? Посмотри на эту пиндюрошную вафельку. Ой, ну пахнет она знатно, конечно. Ой, мне не так пахнет. Понюхай эту вафельку. Понюхай.
И вот эту понюхай. Твоя почти не пахнет. Абсолютно ничем не пахнет. Это разные вафли, ребят, если что. Это реально разные вафли. Она потолще, но она кубиками идет. И очень пахнет. Ну, у меня вафля как вафля. А ну, пробуй свою. Очень сочная. Как вафля может быть сочная? Она сочная, она именно сочная. Посмотри, сколько здесь крема внутри. Смотри, я понял, у тебя ровно 3 жилки крема, то есть 4 твердые вафельки. А у тебя? А у меня 4 жилки о-о крема. Да, и 5 твердых вафелек. О-о. Поэтому она выше, ароматнее и вкуснее. Так она с чем? У меня обычная молочная. Ну, мне кажется, она солененькая чуть-чуть и карамельная. То есть вафля с соленой карамелью? Наверное, да. Она солененькая и карамельная. Фу, нету. Я хотела взять попробовать. Нету, я съел. Оно и мне было на один зуб всего. На ползуба, я бы сказала. На ползуба, да. Но у меня самая обычная, и вафля как вафля. Чаю не хватает. Итак, ребят, по итогам 2 раундов счет 2-0 в пользу Афинки. Я несу полнейший разгром. Полнейший. Так, руки под стол. Давай, прячь. Ой. Прячь руки, прячь. Давай, прячь руки вот так. Ребята, начинаем 3-й раунд, в котором Афинка снова угадывает. Я замешиваю клаши и будешь угадывать. Все, погнали, отворачивайся. Я отвернулась. Ты хочешь сейчас упасть? Нет. Итак, я перемешиваю. Перемешиваю. Ты закрыла глаза? Да. Я мешаю. Я перемешал. Так. Я выберу твое. Ладно, хорошо, ты выберешь мое, хорошо, договорились. И скажу, что это... Что мы угадываем, ты в курсе? Что мы угадываем? В этом раунде мы угадываем шоколадку. Длинная. А если там короткая? Нет, там длинная. А у меня получается короткая? Конечно, тебе не может повезти с шоколадкой. Ладно, хорошо, у тебя длинная, у меня короткая, да. Сейчас мы это узнаем. Раз, два, три. У меня длинная. Полюбуйся, в 2 раза длиннее. Просто 1 балл уходит мне. И длинная, вкуснейшая шоколадочка уходит тоже мне. Сегодня мой день, сегодня мой челлендж. Просто огонь. Просто он как начался, так и продолжается. Я только 1 раз вытащил длинное, и это была морковка. А теперь я продолжаю вытаскивать короткое. И это вкусненькие шоколадки и вафельки. Божественно. Ребята, мне кажется, это видео надо полностью переснять. Что-то оно идет совсем не в то русло. Получается уже 3-0. Угу. Сколько у нас раундов в этом видео? 6. Это значит, остальные 3 раунда я должен выигрывать, чтобы просто сравняться. Это тебе не светит. А теперь давай вернемся о наказании. Какое там наказание? Что светит мне? Ты узнаешь об этом в конце видео? Я предлагаю закончить это видео прямо сейчас и просто переснять его. Нет. Мне не понравилось, как у меня удача повернулась мне задом. А удача ко мне просто задом повернулась. Мне это не понравилось. Давай все переснимем. Если мы даже переснимем, где гарантия, что удача развернется к тебе передом? Ладно, я тогда просто закушу конфеткой. Закусывай. У тебя точно такая же конфета, как у меня, так что не ной. Точно такой же вкус конфеты. Точно такой же. Что? Ладно. Так что тебе досталось то же самое, что и мне. Чего ты нервничаешь? Просто мне точно досталось... Это точно длиннее. Просто мне досталось в 2 раза больше. Но у меня почти такая же, как у тебя. Я просто уже откусила много. Ладно. Вкуснятина. А ну-ну-ну. Мне кажется, или у тебя начинка темнее? Не, такая же. Ну я проверила, но это очень-очень важно было. Ребята, я предлагаю снять пару баллов у Афинки. Проголосуйте, я должен у нее снять баллы? Нет, я сейчас выплюну обратно. Не надо. Напишите в комментариях под видео, стоит ли мне снять у нее баллы, потому что она играет нечестно. За это у нас есть наказание, мы снимаем баллы. Нет, я играю честно, я тебе сейчас верну. Не надо мне возвращать ничего в тарелку из своего желудка, не надо. Ребята, сейчас Афинка прячет руки. Да под... что тебе мои руки сделали вообще? Просто, чтобы ты не показывала раунд, это я объявляю. И моя работа объявлять раунды. Ребята, начинаем раунд номер 4, в котором я угадываю, длинное или короткое. Это значит, что я отворачиваюсь, а ты перемешиваешь. Отворачиваемся. А, да, я отвернулся. Перемешиваю. И в этом раунде мы угадываем, что...
Чипсики. Можно открывать глаза? Да, можно. Я открыл глаза. У тебя должен быть нюх на чипсы. Чипсы — это твое любимое, да, блюдо. Это мое призвание, я бы сказал так. Это мое, да, призвание, мое продолжение, продолжение меня, моя вторая фамилия и мое второе имя. Да, так что ты просто обязан угадать, где короткие, а где длинные чипсы. Ну, я спец по чипсам. Я сразу хочу сказать, что в этот раз я хочу не длинные, потому что длинные, знаете, вот эти вот длинные, это такие, это не самые дорогие чипсы. Да. Длинные — это, ну, они из крахмала, там вот это запрессованное. Это не чипсы. Я хочу цельные вот эти вот долечки, а они как бы короткие, да, они маленькие такие, короткие. Поэтому я хочу угадать короткие чипсы, угу, в этом раунде. Угу. Хорошо. И я выбираю клаше. Убери руки. Нет, не уберу. Почему? Потому что... Почему ты не убираешь руки? Потому что это может навести на тебя на мысли. Тогда просто убери руки. Нет. Ладно, я тогда возьму... Они с тобой разговаривают? Да. Я выбираю эту пачку. Я выбираю это клаше, и я говорю, что это короткие чипсы, которые я хочу, потому что тут мне прошептали, что они длинные. Хорошо, давай. Да. Раз, два, три. Зай, ну просто не твой день. Ну реально, ну не твой день, не твой челлендж. И мне тебя очень жалко. Очень жалко, правда. А у меня с чем? Ой, у меня с беконом. Твои любимые чипсы с беконом. Да, ну явно не твой день, ну правда. Смирись, смирись. Какой счет у нас? 4-0. 4-0, ребята, 4-0. Значит, ну а вдруг будут вкусные чипсики? Ну они, конечно, вкусные, но они не настоящие. Слушай, ну у меня тоже не самые дорогие чипсы, так что расслабься. Вкуснее уж. Едва в ротяку помещаются твою. Где же они короткие? У тебя ротяки не хватает на них. Смотри, какие коротенькие. Или вот, смотри, какой коротенький. Пахнет бекончиком. Ну что же с беконом? Ну вот, да, с беконом. Оно и не чувствуется вообще абсолютно. Ты даже не попробовал еще. Оно вообще не пахнет беконом. Просто абсолютно. Это какая-то дешмань. Его даже страшно есть. Понюхай. Просто понюхай это. Просто понюхай. Чувствуешь? Пахнет чем-то вот маслом. Просто маслом и бумагой. Я не знаю, откуда там бумага. Ну, наверное, чипсы из бумаги. Бумажные чипсы. Спасибо. Хочешь, я тебе скажу? Что? От какого производителя эти чипсы? От какого? Это чипсы из Ашана. Это ашановские самые дешевые чипсы. Приятного аппетита. Ну ты попробуй, попробуй. Бумага еще никому не навредила. Вообще-то бумага, знаешь, как легко порезаться. Она очень много кому навредила. А если скрутить вот так газету и вот так вот по лбу ударить, можно и прибить человека, если что. Так что бумага навредила. Я уверен, что в мире полно случаев летальных с бумагой. Не знаю, не знаю. Я уверен, что полно. Просто статистику надо посмотреть. Ребята, не шутите с бумагой, не слушайте Афинку. Блин, оно... Ой, посмотри, какая обсыпанная чипсинка. Посмотри, ну, прям ты же знаешь, что обсыпанные все надо мне отдавать. Ты же знаешь. У нас есть просто семейное правило. Когда мы кушаем чипсы, обсыпанные такие со специями чипсинки, все уходят в мой банк. Но ты же знаешь. Это не этот случай. Зай, это вообще не чипсы. Они, посмотри, они просвечиваются. Посмотри. И там картошки нет, там даже крахмала нет, ты понимаешь? Если бы тут был хотя бы настоящий картофельный крахмал, они бы уже не могли стоить так дешево. Ты понимаешь? Может, даже крахмал дороже, чем то, что здесь. Попробуй. Ну, что ты кривишься? Ты не такие чипсы хлеборезкой своей смельчал. Просто зажаренное нечто, Зай. Просто зажаренное нечто. Итак, ребята, сейчас Афинка прячет руки под стол. И я называю цифру раунда. Мы начинаем раунд номер 5. 5! Неожиданно, да? В этом раунде Афинка угадывает клаше, поэтому она отворачивается немедленно. Немедленно. Закрывает глаза, и я мешаю клаше. Все, я мешаю. А пока я мешаю, я тебе скажу, мы в этом раунде угадываем сок. Я хочу длинный, там больше сока. Сейчас узнаем, угадаешь ты или нет. Давай, поворачивайся. Я все замешал. Выбирай клаше и называй, какой там сок. Я вот это думаю, если сок поместился под клаше, значит он мелкий. Даже если он длинный, даже если он короткий, он мелкий, раз он поместился сюда. В принципе, да, ты права. Они оба небольшие. Ладно. Но один из них длинный, другой короткий. Так, ну что же. Возьмем мы клаше у тебя. Ой-ой-ой, подожди, подожди. Взвешивать не нужно. Возьмем мы клаше у тебя. И я скажу, что это длинный.
Ты прикинь, уже заработаешь ты один балл или нет? Да. Который тебя вообще не спасет никак? Ну, я просто не хочу в сухую проиграть, понимаешь? Проиграть в сухую — это еще хуже, чем просто проиграть. Хорошо. Раз. Два. Три. Какова вероятность того, что я выиграю в каждом раунде? В каждом. 5-0. Я в шоке. В шоке сама с себя. Со своей удачей. Я не знаю, я такая удачливая просто. Просто сегодня мой день. Зен, у нас одинаковые соки. Виноградно-яблочный. Виноградно-яблочный. Чего ты вздыхаешь? Тебе бы все равно этот балл не помог. Все равно ты уже проиграл. Смирись. А я хоть запью все, что мы ели. Ребята, это 5-й раунд. Афинка зарабатывает 5-й балл. Я получаю маленький сок. И только одно меня утешает. Что в твоем соке 100 грамм сока. И в моем соке 100 грамм сока. Алло, 200 миллилитров. Не может быть, они должны быть одинаковые. А, да, 200 миллилитров. Я немножечко ошибся. У тебя 200 и у меня 200. А чё это? Так нечестно. На самом деле у тебя высокий, смотри, но у меня широкий, видишь? Да. Поэтому в них одинаковый объем. У нас одинаковое количество сока, но не одинаковое количество баллов. Вот умеешь ты уколоть. Да, умею все испортить. Ой, он так быстро закончился. Ребят, не могло быть хуже. У меня даже трубочка такая, что она не пробивает эту пачку. А все почему? Потому что она поломана, она здесь загибается. Она не пробивает, она не острая, посмотри. Она не пробивает пачку. Просто явно не твой день, бедняга. Ребята, вы где такое видели вообще, что здесь вот это вот острие, оно сгибается? Теперь я даже сок попить не могу. Я уже допила, могу поделиться своей трубочкой. Оп, все, на, пей перед наказанием, пей. Итак, ребята, дай мне хотя бы раунд объявить, а? Дай, пожалуйста, раунд объявить, честное слово. Ребята, начинается 6-й раунд, вот он, 6-й раунд. И угадываю я, надеюсь, я угадаю, потому что иначе я проиграю в сухую. Сухую? Я отворачиваюсь, ты замешиваешь клаше, я закрываю глаза и потом я угадываю. Давай. Мешаю, мешаю, кручу, верчу, запутать хочу. А у нас на кону сникерсы. О, сникерс я должен угадать, давай. Есть короткий, а есть длиннющий, просто. Да, я хочу длинный сникерс. Все, можно угадывать? Да, можно угадывать. Все, я открыл глаза. Длинный сникерс. Я буду выбирать исключительно длинный сникерс. Я должен взвесить. И? Вот здесь, мне кажется, тарелочка потяжелее. Здесь явно длинный сникерс. Итак. Раз. Два. Три. Это не просто плюс один балл. Это не просто сникерс в три, нет, в пять раз больше. Это победа. Запах победы. Победа. 6-0. 6-0. Полегчало? Нет. Оно и видно. Красный такой, бедняжечка. Мне не полегчало. Хочется что-нибудь разломать. Что? Тебя. Сникерс разломай зубами. Свой манюсенький сникерс можешь разорвать сейчас зубами. Сейчас заиграешься. Сейчас со мной лучше не шутить. Манюсенький сникерс можешь разорвать зубами. Давай, сейчас, разрывай его сейчас зубами. Сейчас со мной лучше не шутить. Сейчас поломаю кого-нибудь. Ну что, готов услышать свое наказание? Нет, не будет никакого наказания. Ну будет 6-0, ты че? Алло. Никакого наказания не будет. Все, ребят, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите комментарии о том, что все это было несправедливо. Я должен был хотя бы... Ребята, 6-0, ждет тебя наказание. Нет, ребята, в этом видео вас Афинка с самого начала обманула. Она сказала, что будет наказание, но, к сожалению, его не будет, к сожалению. Она вас всех обманула, короче, поэтому весь в ее сторону, пожалуйста, пишите комментарий, что она вас обманывает. Это... Афинка надеть обманывает. На голову клаше. Надеваем на голову клаше. И я отстукиваю мелодию, которую ты хочешь. Какую ты хочешь мелодию, чтобы я отстучала? Я хочу мелодия, знаешь, есть такая мелодия, мелодия тишины. Это все. А тебе что, мало? Сейчас а что я боялся? Не знаю, что ты боялся. Чего я боялся? Я просто помню в прошлом видео, у тебя такое было наказание, что я больше не хотел проигрывать. Так. Это все? Так, если тебе это наказание... Элементарно. Где сейчас там... еще сникерсом закушу и вообще... Где там мой класс. Сок? Сейчас зашиворот сок пойду. Все, ребят, пока. Я выключаю видос. Все, пока.